Итак, ребята, на этой Audi A5 мы установили заслонку. И теперь мы можем регулировать выхлоп и звук выхлопа с пульта. У нас есть два режима громкости. Давайте посмотрим, как это происходит. Тихий режим громкости. Теперь открываем заслонку. Прокачана Audi A5. Здесь стоит заслонка. Сейчас несколько слов у владельца, который приехал к нам из другой страны. Скажи, пожалуйста, как тебе выхлоп? That's amazing. I like your work. That's a new song, but I like that. It's a small engine, but that's amazing song. Что ты думаешь по поводу двух звучаний? Actually, it's a new technology. But I like it. If I don't like this sound, I can close it off. I can off it on. If I like it, I make it on. And that's amazing. Ну что ж, еще один счастливый обладатель классного выхлопа от Ультравыхлоп с заслонкой. Если хотите также, пишите. Все ссылочки внизу в описании. Также вы можете набрать для бесплатной консультации. Звоните по телефону. Если вам понравилось это видео и отзыв, ставьте лайки.